Всем привет, с вами Добгейм, мы продолжаем играть за Пингвардию в Эквестриум. Собственно говоря, в прошлой серии мы тут привели короля к власти, повыполняли приятные фокусы, восстановили нашу экономику. Все еще у нас много дебафов, ну как много, есть вот этот очень неприятный дебаф, от которого надо избавиться. Остальное уже на самом деле это бафы вполне себе. Так что, прежде чем воевать, конечно, я бы хотел избавиться, но давайте уже сделаем сначала 0 в Гриффинхейме. И затем уже пойдем вот сюда, чтобы здесь избавляться от всех этих дебафов. Ну и, собственно говоря, хотела здесь напасть на Фалькор. Фалькор напал на меня сам. У нас, видите, даже казус были, типа, создается, но на самом деле мы уже в войне. И на самом деле можно начать клепать КБ вот сюда. Будет клепаться 280 дней. Единственное, я вот думаю, ну, дождаться, пока это, типа, доделается. Отменить его уже, видимо, не смогу. Дождаться, пока он сделается, потому что там осталось 33 дня. И вот это вот сократится с 80, ну, здесь с 80 до 200. Поэтому подождем, пока там закончится, и начнем клепать КБ сюда. Потому что я думаю, когда КБ сюда доклепается, мы как раз закончим с Фалькором. Мы не будем, наверное, призывать наших союзников. Пускай он просто, Фалькор, держит здесь свои войска бесполезно. А наступать мы будем с нашей стороны. Подождем, пока у нас вот эти войска задеплоятся. Ну, большая часть, да, вот эти две уже не успеют. В идеале, конечно, даже забав, но посмотрим. В любом случае, поехали. Кстати говоря, флот я вот здесь вот боевой тренирую, потому что в фалькорне флота, а подлодки пускай что-то поперехватывают, хотя я не думаю, что что-то реально там будет. Там вроде нет никаких связей по морю ни с кем. А, кстати говоря, я так понял, это какое-то ивентовое восстание или что-то такое. И вот здесь войска только что заспавнились вражеские. А, прям в тылу. Авиация у нас здесь. Она, конечно, мало что делает, но в любом случае. Ну, разобьем, почему бы нет. Произошел тут ивент кошмар. Это вот этого как раз-таки ночь в Гриффинхейме. И вроде как у нас должны открыться решения после этого. Но в любом случае мы теперь идем в армию. Нам нужно избавляться от дебафов к нашей армии. Все-таки наступать с минус 15 атаки и минус 15 организации сложновато. Вот у нас тут какие-то решения. Видимо, это решение по воспитанию наследника. Вести с ним жестко или не жестко. Ну, давайте жестко будем воспитывать серьезного чела. И у нас здесь вон параллельно есть новые решения по сбору лик. Так понимаю, и потом можно сделать какое-то бенин. Давайте начинаем потихоньку расследовать это убийство. Возможно, в конце у нас будут какие-то плюшки за правильный вердикт, наверное. Позвали мы нашего наследника на ужин. Видимо, здесь сейчас еще будут какие-то решения. Хотя не уверен. Ну вот, решение для наставления у нас точно есть. Нужна политка, чтобы их нажимать. Но, в принципе, подкопим, будем нажимать. Ого, тут решение на наркотики. Нужно учиться на горьком опыте. Никаких наркотиков. Вы о чем? Ужас. И вот у нас охота. Сын предлагает выстрелить первым, но если он никогда не стрелял, то, наверное, стоит выстрелить вместе. Давайте-ка еще скоро сделаем официальный ужин. Вот еще мы место преступления смотрели, но ничего там не нашли. И давайте теперь ужин с нашим наследником. Так вот, проходит наш сын через ломку, как ужас. И, собственно говоря, отучивается потихоньку от всего плохого. Я надеюсь, что... Я не знаю, конечно, какие выборы дают что, но я почти уверен, что там что-то это дает, то есть какие-то, возможно, черты личности. Но я надеюсь, что если мы его будем жестко воспитывать, из этого получится какой-то, типа, хороший, уверенный правитель. Надеюсь. Следующие выборы у нас. У нас выбор на ужине, как мы себя с ним поведем. Спустить ему все с рук, как и здесь, спустить ему все с рук. Но я думаю, какие-то средние варианты на самом деле более-менее неплохие. Типа, вот, типа, друзья. Да, пускай он, конечно же, сам своих друзей находит. Но какие-то друзья-фашисты, конечно же, мы ему не разрешим. И здесь точно так же. Пускай он учится. Хотя... Друзья, нет, пускай он учится вести себя на таких мероприятиях, ему полезно, все-таки будущий король. Смотрим мы подозреваемых на убийстве.
И вот так, если почитать, то на самом деле Архонт выглядит как будто один из подозреваемых, и Фельдмаршал выглядит очень подозрительным, потому что я не думаю, что какая-то торговка бы убивала, хоть и богатая там, да, какая-то нечестная. И бывший член королевской семьи Квели тоже, наверное, нет. Я думаю, это либо Архонт, либо Фельдмаршал. Но посмотрим. Нам надо еще какие-то понажимать кнопки, чтобы побольше информации получить. Францистрия предлагает нам продать шахты. У нас, оказывается, есть права на ресурсы в их стране. Можно продать эти права им за 5 НП на год. Я вообще согласен. Кроме того, я так подумал, что в принципе в будущем, во-первых, нам все еще будет хватать ресурсов, во-вторых, в будущем они вроде как так или иначе равно станут частью нас, поэтому эти ресурсы вернем, а 5 НП сейчас очень даже выгодно выглядит. Мы, кстати говоря, качнули одну теху на фабрике в регионах, получили еще возможность построить военных заводов, качнем еще вот это, получим еще больше места, еще больше построим. Но пока что я тут выкачиваю наши дебафы. Оказывается, друзья, кстати говоря, все еще так себе, на самом деле, надо было, наверное, ему запретить вот этих непонятных друзей видеть. Но посмотрим, что будет из этого в итоге. Мне очень любопытно, знать бы заранее, какие выборы дадут что, но пока все не дойдет до конца, мы вряд ли узнаем хоть что-то. Так, у нас тут первый ивент о том, чтобы узнать больше, кстати говоря, давайте сразу и другой нажмем. Пускай потихоньку следует, ну и компания, он там ночью на стабильность дает, повышает поддержку и населения, и нейтралов. А что знаешь, отцы или о грифонах? Надо подумать на самом деле. Хотя вообще мы в теории могли бы задать и тот вопрос. Если это типа выбор тот или другой, и один какой-то что-то не даст, то даже не знаю, давайте о грифонах на вечеринке, наверное. Ну вот, он нам какую-то информацию даст от какого-то парня. Давайте продолжим исследование, расследование наше. Собственно говоря, мы могли бы задать на самом деле реально два вопроса. Очень забавно, что мы не можем нажать и тот. Кстати, вот мы избавились частично от наших дебафов. Давайте-ка посмотрим. Здесь нам ничего не даст, поэтому мы пойдем дальше вот сюда. На самом деле, так уже можно хотя бы попробовать наступать. В любом случае, мы в теории и так можем наступать, но я просто хотел бы нашу армию как бы привести в порядок перед наступлением. Но на самом деле, мы уже плюс-минус готовы нападать. Все-таки у нас здесь Казбелли потихоньку подходит к готовности. На севере, я вижу, там не очень получится, поэтому давайте на юге просто попробуем пробиваться. Мы избавились от дебафа на стоимость. Стоит нам еще военного советника поставить на стоимость. И после этого начнем качать доктрины. А пока мы можем просто взять вот эту вещь. На самом деле, первую можно взять, чтобы взять потом дух на прорыв. Но пока мы, в принципе, и так неплохо пробиваемся. Так, а тут ивенты. Время от времени наслаждаться. Нет, конечно, нет. Точно терапия. Полуночное открытие. Ну-ка, что здесь еще такое? У нас выбор на самом деле сложный. Кстати говоря, вот здесь вот, что у нас тут? Давайте сначала здесь. Я прочитаю про себя. Вы можете обставить на паузу, потому что зачитывать это все будет долго. А здесь нам дают подсказку, что скайфольцы и аквилийцы не хотели пить вино. Типа, как будто оно могло быть отравлено. А нам вот здесь вот можно что-то поискать. Давайте посмотрим оружие убийства, да? Был нож. Следовательно, если вот думать, что это они убили скайфолдцы или аквилийцы, то они типа могли убить вином, но мы знаем, что это нож, так что вряд ли скайфолдцы, вряд ли аквилийцы, что как я и думал. То есть это либо... Что там? Либо Архонт, либо Фельдмаршал. Вот Фельдмаршал очень... Очень подозрительный. Но Архонт тоже. Он также не употребляет алкоголя, тоже любопытно. Возможно, вообще они там все вместе сговорились. Ну, посмотрим, подумаем. У нас еще есть некоторые... вот. Некоторые заметки есть, и еще некоторые возможности найти дополнительные заметки. Так, отлично. Наш принц избавился от пристрастия к наркотикам. На самом деле, с друзьями тоже надо было по-жесткому. Возможно, мы тоже смогли найти какое-то решение после каких-то микропроблем других. Кстати говоря, полезно то, что мы знаем, что не было вина этих видов вин, да? В Францистрии и Виновью кто-то не пил. Следовательно, не совсем понятно, потому что в теории они могли просто это не пить.
а пить другое. Но имперское вино из клубники выходит, потому что мы типа из-за вот этой заметки должны минусовать вот эти два. Ну, по крайней мере, по логике, да? Поэтому мы отправляемся на дегустацию вина. И начинаем искаться в оружейных архивах. Ну и вот, мы потихоньку также капитулировали, наконец-таки, фолькор. И спокойно его захватываем. И наши войска переводим на запад. У нас как раз успели один день, буквально. То есть мы идеально, в принципе, под это подготовились. Точнее, идеально, можно сказать, закончили войну. А я бы сказал, как-то вот так вот мы, наверное, наши войска раскидаем, да. Надеюсь, что нам не придется высаживаться вот сюда. Это время на подготовку к высадке займет какое-то. Займет где-то месяц-два. И нам говорят, что это не клубничное вино. Значит, получается, это бред. То есть вот это вот никак не связано реально. То есть надо было просто угадать что-то. Непонятно. Так, мы на самом деле, да, получили небольшую заметочку, что у Эриха и у Марейки были ножи. У Мари был револьвер. То есть Мари точно не подходит. Это был либо Архонт. Да, потому что, да, мы типа Архонта не обыскивали. Либо кто-то из этих двух. На самом деле, я думал, что дает, потому что я, в принципе, и подозревал либо Архонта, либо Эриха. Так, здесь еще один ивент на нашего принца воспитания. Сделал то же самое, звучит как-то смешно. Добился уважения, либо ответственность. Я думаю, ответственность. Отлично, наш сын даже... Ему понравилось общение с солдатами. Может, что-то дельное и выйдет. Надо было, наверное, с друзьями тоже было пожестче. Мы бы, скорее всего, смогли что-то из этого дельное сделать. Ну и, кстати говоря, мы теперь можем напасть. Тут нет никаких гарантий, так что спокойно нападаем. И, я думаю, без особых проблем должны разбивать эту страну. Там промышленность слабая, армия слабая. С нами они состязаться не могут. Так, ну-ка, вот мы получили результат. Больше не разочарования. Ивент уже звучит приятно. Давайте почитаем его. Вы на паузе, я сейчас сам. Так, ну наш сын не величайший король, но не будет позор для королевства. Короче, надо было самые жесткие варианты, я думаю, выбирать. Хотя, неизвестно. Может, было бы хуже. На самом деле, даже интересно как-нибудь когда-нибудь переиграть и узнать, какие другие варианты мы можем увидеть. На самом деле, уже пора бы нам подозреваемого какого-то обвинить. У нас уже нет новых улик, да. Так, если подумать, смотрите, Мария точно не подозреваемая, так? Это минус один. Марийка, точнее, да? Нет, Мария, все правильно. Марийка звучит как-то так себе. То есть, я думаю, реально подозрительный Архонт и Фельдмаршал. Причем, я думаю, на самом деле, сейчас прямо перед убийством, ну, перед, да, значит, кто-то другой. Ну, как-то мне вот Фельдмаршал выглядит очень-очень странным. Ну и как бы, как говорится, кто больше всего похож на какого-то агрессивного кого-то или как бы на кого-то, кто может убить. Фельдмаршал, скорее всего, правитель бы сам вряд ли убивал, я думаю, да? Поэтому давайте попробуем обвинить... Так, это же Эрих, верно? Да, как будто я прав. Нужно выкрасть его, нужно агентство строить. Я как раз, кстати говоря, начал строить, чтобы начать колоков клепать. Ну вот как раз и выкрадем нам обвиняемого. Кстати говоря, можно вот, да, еще заказать побольше военных заводов опять. И я здесь уже готовлю выставку. Надеюсь, что она не понадобится. Да, так и есть. Буквально один ходик пропустить. И вот мы взяли себе еще кусочек неплохой территории. Выставка реально не понадобилась. Можем думать, куда мы пойдем дальше. Наверное, куда-то вот сюда. Хотя, возможно, бандитов просто захвачу. Наверное, так я и сделаю. Как политка появится, конечно. В любом случае, ребят, серию, я думаю, уже пора заканчивать. Так что с вами был Дубгейм. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.